Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, как всегда, и добро пожаловать на новенькую серию по Need for Speed Most Wanted. И, между прочим, да, того самого, именно 2005 года. Продолжаем проходить одну из самых шикарнейших серий NFS. И, в общем-то, сегодня, по-моему, третья серия, если не ошибаюсь, друзья. И мы сегодня, точнее, я планирую, по крайней мере, сделать реально длинную серию. Мы начинаем прямо сейчас. Друзья, ну, по длительности ролика, я думаю, вы уже поняли, что, скорее всего, она реально будет длинной. Поэтому, друзья, царский ваш лосось никогда не мешает это самое приятному просмотру, да, вот, ну вы понимаете, да, суть уловили, да, да, ну, да, ну, а, да, ну так вот, друзья, короче, для начала новости, значит, мы сейчас будем как всегда ебашить без остановки, кстати, 5% уже прошли карьеры, ничего себе, значит, нас ждет ТЭС, мы уже выиграли пари, осталось одна победа в гонках и все, нет, подождите, извиняюсь, еще три победы, пари, ну окей, и общий рейтинг у нас. Ну, я думаю, там мы посмотрим, 10 тысяч рейтинга наберем. Переходим к гонкам, друзья, но для начала небольшое расстройство. Прежде всего, о, смотрите, какое кольцо длинное. Андрюха, Санечек, Ванечек и Стас. Булкин Кейс знает каждый из вас. Нет сайта лучше, ты со мной согласись, ведь Булкин Кейс заеби. FIFA 18, GTA 5 за копейки, рандомы, призы, позитив в битейке. Тетя Люся, за стол зацепись, ведь Булкин Кейс заеби. Розыгрыш игр, выгодные рандомы, лучшие цены на игры знакомые. Не ленись, игрухой обзаведись, ведь Булкин Кейс заебись. Пока Семёныч пиздит колесо, заходи на Булкин Кейс и во всем сам убедись. Ссылочка в описании. Денежный при... Давайте здесь погоняемся, я, в принципе, не против. Нам бы еще тюнингануть сегодня, так скажем, небольшие... там, скорее всего, что-то уже открылось, может быть. Ну, посмотрим. Lexus, так, вот этот фирменный стар... Вау, блядь, сейчас супер в бочину врезается, и все, блядь, 5 трупов, нахуй. Так, ну-ка, давайте, друзья, словим. Отлично, отлично, друзья. Так, Fiat Punto, Toyota Supra и Mustang. А что такой хуевый старт у нас? Ну и, как вы видите, друзья, маленькое расстройство... Сам сейчас, короче, как это было, друзья, на протяжении часа, нет, давайте так, я пытался запустить с текстур паком, значит, на дороге, на траву, блядь, на зелень, на всю вот эту хуйню, Most Wanted в течение часа, меня этот текстур пак послал нахуй, потом я его послал нахуй, в общем-то, мы посылали друг друга нахуй около часа, и после этого он сказал, что вызовет полицию, ну, а мне проблемы с законом не нужны, поэтому я сказал, окей, бро, все нормально. Короче, друзья, если честно, то без шуток, то я не знаю, в чем проблема, как я запустил в прошлый раз, я не знаю, тоже это было не с первого раза, сейчас дрочил, настолько уже устал, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, потерял контроль. Настолько уже устал поддрачивать, что решил, что, ну, блин, походу так. Но зато, как вы видите, друзья, желтушность все равно отсутствует. Ну и как бы этот текстурпак, он на самом деле тоже на любителя. Вы видели, там дороги, да, они такого высокого HD качества, но они немножко, может быть, не вписываются в атмосферу такого, знаете, так скажем, осеннего, блядь, забыл, как называется этот, блядь, в пизду, короче, вы поняли, городка. Так, ага, отлично. Вот то был даже небольшой дрифтец, друзья. Вот это было хорошо. Поэтому, знаете, вот главное, что вот эта желтушность, я вот проверил, вроде на записи тоже ушла. Но это, блядь, фишка, в принципе, Most Wanted с другой стороны. Поэтому, друзья, все пох... Блядь! Ублюдок, блядь, телевидение, нахуй! Пидорасы, блядь. Вот, понимаете... Вот хайп дороже, чем, между прочим, правила дорожного движения. Вот нахуя? Гонщики гоняются, они там едут снимать репортаж свой ебучий. Ну, все понятно. Лишь бы хайпануть. Все ясно с ними, блядь. Так, тихо, пацаны. Я не понял, блядь, это что такое за дикий... Опять, блядь, вы что, серьезно, что ли, новости? Че бибикает, остановился и бибикает. Все, блядь, микрофон побибикай, нахуй. Пиздец. Так, друзья, я все время забываю, что у нас есть закись Ашота. Блин, вот я так и не вспомнил пока что. Ебать, как погода стремительно меняется. Уже все потемнело. Мы только начинали в дождь, блядь. Уже все высохло, блядь. Уже опять все... Как питерская погода, между прочим. Никто не замечал, что в Most Wanted реально на протяжении гонки вот все как в Питере, реально. Вот 5 минут прошло, за это время и снег выпал, блядь, и грач посрал на голову, и я не знаю, и снег убрали, потом все растаяло, потом все замерзло, дождик пошел, ливень, гроза, метель. Я не знаю, все за 5 минут происходит. Так что, в принципе, мы, оказывается, в Питере гоняем с вами, пацаны. Вот что. Так, ох, блядь, слушайте, я не знаю, мы особо не тюнинговали даже наш Lexus, а он уже 250 набирает, как вот, знаете, по щелчку моего мизинчика. Смотрите, что происходит? Вообще ни одного облачка нет.
Ну это, слышь, блядь, братан. Ой, ебать, фура, смотрите, наваливает. Так, 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 разрыв 0.48, нормально идем. Так все-таки по сложности. Я хочу прям максимальный хардкорчик, друзья, потому что я пацан такой, знаете ли. Бля, рано нажал. Ладно, нормально. Так, небольшую траекторию подправили, и все окей. Да, круги такие прям, смотрите, уже серьезные. Два круга таких больших, я вам скажу. Да. Не, вот эта размытость, ее, в принципе, где-то можно отключить. Но, с другой стороны, вот, не знаю, я вот сейчас играю, да, мне приятно, на самом деле, играть вот без всяких модов. Не, я, конечно, сейчас вижу редукс небольшой, и вы видите тоже там все равно изменения по сравнению с обычным NFS Most Wanted, там легкие моды, так скажем, работают. Но, в целом, не знаю, вот эта атмосфера, она сохраняется, мне кажется, это очень важно. Потому что, типа, ну, я не знаю, там, вот эти вот дороги меня, вот, знаете, вот, вот знакомые... разметочки, да, листва, вот это вот. Ну зачем это все убирать на какие-то HD, понимаешь ли, текстуры, какие-то дороги. Ну вы помните прошлую серию. Не, они, конечно, выглядят интереснее, но немножко не то. Так. Если тебя обложат со всех сторон, взгляни на карту, там отмечены всякие здоровые, но не прочие. Да, блядь, я... Сука, у меня и учить еще будет. Нужны запчасти. Глянь на карту, скину тебе пару точек, там можно детальки прикупить. Вот это надо посмотреть сейчас. Он, да я уже вчитал, блядь, эту... Ты, все это я знаю, что ты мне повенчаешь тут. Так, короче, вот насчет запчастей это интересная тема. Что, куда взглянуть-то, блядь? Куда взглянуть? Кольцо анальное, и что, блядь? Он что, дебил, что ли? Магазин, так я вот знаю этот магазинчик, ебать. Я там уже был, а что, я не понимаю, что... Какой-то, блядь, вообще ненормальный чувак нам написал. Мы тогда, помните, приехали с вами на гоночку и нихуя в итоге. Так, ладно, у нас нам нужно прямо сейчас гоночки, гоночки, гоночки. Выбывай. Ух, какой, в какие формы, смотрите. Так, что тут еще есть? Может, спринтец какой-нибудь? Вот давайте спринт. 6 километров, вот это покороче, но здесь поворотов побольше. Ну-ка. Я готов, всегда готов, друзья. Но пока я не знаю, вроде и тюнинг нам особо не требуется, и вроде машина выглядит неплохо, но обвес я хотел купить вот сегодня. Но мне кажется, что, возможно, сегодня все закончится стремительно покупкой нового автомобиля, между прочим. А почему бы и нет? Потому что Lexus, знаете, такой класса стрит-тракинга для начального уровня. У нас уже, в принципе, все. Скоро отживет свое. Так, 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 пацаны, давайте аккуратненько поедем. Гольф, пиздец, смотрите, просто вот раздутый весь, а нихуя не едет. Розовый еще, ебать, что происходит? О, тихо, 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 тихо. Бля, ебать, такой звук был, как будто, я не знаю, от машины ничего не осталось. Вы слышали? Прям в правом ухе прям пернуло этот пиздец. Да, друзья, огромное вам спасибо, кстати, хотел сказать. Извиняюсь, что забыл, просто про моды там рассказывал, про всю вот эту тему. 10 тысяч лайков на прошлой серии мы собрали, прям положительный комментарий. Ребята, очень рад, на самом деле, вот, что вы меня поняли, что реально будет логично сначала пройти Most Wanted, потом Pro Street. Я сам хотел Pro Street, еще раз повторюсь, но... многие все-таки хотели Most Wanted, и я уж посчитал, что если уж мы начнем Pro Street, потом возвращаться к Most Wanted будет глупо. Поэтому давайте мы пройдем Most Wanted, и потом уже Pro Street. Вот, а попутно также хочу отметить, что сейчас вот мы Flatout, да, еще проходим. Как только мы пройдем Flatout, мы начнем проходить Burnout Paradise. Поэтому, друзья, все окей. Все под контролем. Так, тихо, тихо. Давайте, не... блин, я реально забываю, понимаете, вот пока еще непривычно, что это, типа, это не андеграунд первый, которым закись азота надо экономить, потому что баллон, он есть баллон, а здесь все-таки у нас, блять, немножко не вписался, ну и похуй, разнесли все к чертям, 60% уже прошли, блин, друзья, ну на самом деле реально... Сейчас вот пытаюсь вспомнить, что у меня прям такое, знаете, какая ассоциация вот с выходом Most Wanted в то время было. Я даже помню, как это было, короче... блин. Блять. Сука. Блять, нахуя восстановился? Что я творю вообще? Кто там уехал на север? Не надо сейчас мусоров вызывать. Сейчас, смотрите, сейчас вот этот радар запикает. Пи-пи-пи-пи. И пидор из-за угла такой с мигалками. Я уже все выйду. О, 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 блять. О, нахуй. Чувствуете? Да иди нахуй, блять, на своей роторной хуйне. Желто-зеленый зупоглаз, блять. Да какие подробности? Мы уже заканчиваем гоночки. Сука, нашел нас, ублюдок, блядь. Фару почини, смотри, одна работа. А, у тебя стробоскоп. Вижу гонщиков, это за ними. Это за ним. Твоя корыта, блядь, не догонит никак в жизни. Меня RX-8, блядь, заебал уже. Что ты догоняешь меня? Этот что-то пиздит там. О, еще подмогу вызвал. Ну, сейчас оторвемся. Че нам? Хули нам гонщикам нелегальным, да, как говорится. Давайте, друзья, наличность. 2000, нормально, все. Блядь, что я делаю? Иди нахуй, блядь! Нарушение удар... Блядь, ну все, пизда вам, копы.
а я направо. Что ты скажешь на такое, Илон Маск? Так, ну-ка. Опачки. Чё, может, ебанём эту, смотрите, коготь этот висячий? О, понятно, блядь. Да, ждут, блядь, они уже. Все, нахуй, приплыли моряки. Ты его, блядь, не видишь, ты уже в другом свете, а у тебя сейчас щит ёбнулся. Ты чё, пункт назначения, что ли, не смотрел, блядь? Там же его хлопнуло, блядь. Да-да-да, цепляет. Ну, я охлаждаю, трахания тут вообще-то. Потихонечку. Все, ёпта, вообще изи, блядь. Какие-то, блядь, нелепые копы напали на меня, на какого-то начинающего стритрейсера. Так. Угу. Значит, у нас это готово. Что там этому Тезу еще надо? Значит, выиграно. Все, победа. А, все, одна победа, и нам нужно рейтинг как-то будет, да? То есть с копами все-таки придется погодить. Да без проблем, братан, как бы все для тебя. Все для тебя, маленький мой тазик. Тезик. Так, ну что тут, во, 8 километров, не так много, да и там более... Просто знаете, это, вы не думаете, что я там сейчас на отъебись пытаюсь пройти, я на самом деле просто пытаюсь вот это вот начало, да, пройти реально побыстрее, потому что я хочу уже вот это вот, потому что потом будет интереснее намного, вы помните по андеграунду первому, чем ближе к концу, тем как бы это, поэтому вот это вот как бы сейчас дрочево на маленьких скоростях, я конечно, хочу, честно вам сказать, пройти, так скажем, побыстрее, я думаю, вы тоже это хотите. Бля, смотрите, а третий в боди-ките какой-то нелепом вообще, чё... Ох, гонщики, блядь. Вот, смотри, чего, блядь? Как по фи... вот вы все знаете физику Most Wanted. Вы видели, что с этим дебилом было сейчас, с ботом? Он его развернуло, блядь, в Most Wanted. Чего, блядь? Ты вообще... как вообще-то возможно? Тут никак в жизни... И он еще и почти перевернулся. Сука, это такая физика здесь особенная, что здесь машину просто не может развернуть. И не может перевернуть, тем более, блядь. Ну, если этого, конечно, не захотеть очень сильно. Ясненько все, блядь. Ладно, хорошо. Сейчас опять нам... Бля, опять дождь пошел. Пиздец, вот реально, я никогда не замечал, что Most Wanted очень схож с одним замечательным городом, в котором я родился и живу. Но... ведь реально, блядь, так и есть. Да, управляемости Lexus пока не хватает. Ну ладно, я не знаю, стоит ли в него вкладываться сейчас реально. Потому что, в принципе, он у нас едет, да, мы на него поставили там по технической части небольшой тюнинг и... внешне купили диски, покрасили в красный цвет. То есть такой набор стрит-сракер стартер пак, я называю это так, друзья. Поэтому, ну, как бы нет смысла вкладываться сейчас во внешку, потому что здесь реально деньги, ну, как бы надо копить. И это не андеграунд первый, где если... о, тачку открыл, хуякс, весь тюнинг перебросил, все, едешь дальше. Не, тут надо все грамотно по экономике рассчитывать и... угу. И да, друзья, как вы поняли, я не собираюсь покупать самые имбовые тачки. Я даже в душе не ебу, честно говоря, какие Most Wanted имбовые тачки. Вообще, есть ли они тут такие. Я просто буду брать то, что, как бы, я думаю, понравится мне и вам по стилю, по внешнему виду. Может быть, как-то еще почему-то из реальной жизни какие-то факты. Ну, блядь, для начала, я думаю, что вы со мной согласитесь, кроме Lexus, там было просто говно одно. Ну, мне, ну, можно было взять Golf, но просто в том поколении он мне не нравится. Блять, дебил, нахуй, на своем, блять, минивэне. Семью, наверное, на отдых, на пикник, а с утра, блять, в офис, нахуй, дрочить за компьютером. Ёбаные, блять, семейные парочки. А еще один, блять, на RS6 на универсале, блять, тоже дебил, блять. А мы тут хули нам, да? Опять же, стритрейсером. Мы вон нормально сами с пацанами собрались. Вы не знаете, что напрягает? Тут синий тонер, когда не разбиты стекла, смотрится нормально. Вот смотрите, сзади, да? Он выглядит таким темно-черным. Темно-черным, хорошо. Сильно сказал. А вот когда разбита форточка, он прям синевой отдает. Я просто ебал как. Что это, блядь, за синяя залупка? Ну чё, Тес? Рейтинг тебе нужно, да? Давайте сделаем рейтинг, пацану. А, значит, мы, кстати, подождите. О, рейтинг. Так. Чё ему надо? Что? Ищешь приключения, здесь ты точно... ага. Подождите, а мы рейтинг не поднимем, если будем по радарам пролетать? Ну-ка, смотрите, вот сейчас у нас 41750. Вот мне интересно. А, да, даст. Вот, так я с радостью пролечу, чё. Зачем с копами? Мы с копами в прошлой серии нагонялись, да и сейчас тоже хватило. А вот пролететь на камеру и заработать немножко рейтинга. Почему, бля, вот с такой скоростью только и пролетать. Господи, 170 км в час. Вот это скорость, блядь! Ёбаный насос! Вот это ебать, блядь, вот это он нарушитель. Ну ладно. Чё там, давайте еще один радарчик. Ну, без проблем вообще. Смотрите, у нас уже сейчас второй босс будет. Мы всего 13 минут играем. Или что-то около того. 15, наверное, 14. 15, 15, думаю, где-то так. Так. Мне кажется, или нас радар здесь не спот, потому что здесь полет сейчас будет ебанистический. Я не учел этот факт немножко. Да. Чуть-чуть не рассчитал.
слишком медленно. Спасибо, я в курсе, блядь. Сейчас в другую сторону проедем. Тут сколько надо было, не помните? 145, по-моему, что-то такое, да? Сейчас возьмем, я думаю, вот здесь, если мы возьмем разгон. Оп, блин, пиздец, вся поцарапанная, весь поцарапанный, точнее, Lexus, Альтеска наша, Тойоточка наша! Фига я бочком раздал. Так, ну-ка, друзья, в горочку. Давай, фоткай меня. Давай, фоткай. Фоткай меня полностью, блядь. Давай, блядь, 170, опять 171. Не, 170 все-таки, ну ладно. Ну чё, тобой интересуется некто Тест. Он из черного списка, говорят, что с ним шутки плохи. Он полный псих, кстати, он решил, что ты тоже. В общем, он ждет тебя, я, блядь, быстрее считаю, чем эта голосовая хуйня. Ну чё, Тезик? Да, блядь, здравствуй, Тес. Самое интересное, что пацан шарит, тоже на Лексусе катается. Ну ебать, что у него с выхлопом, блядь, он совсем ебанутый. Он что, купил 4 насадки и их соединил, не пойми как или что? Это чё вообще у него там вообще с выхлопом? Ты, блядь, ну конечно он испортил немножко Альтеску, но ёбаный. Представляете, скамейка у него вот такая, блядь. Вот он её, он сейчас смотрел, когда ставил, нет? Это пиздец, не, ну нахуй его. Я думал, пацан нормальный, а оказывается, блядь, какой-то идиот. Сейчас мы его быстренько порвем. Опачки, блядь. А как вам такой поворот? Блядь, ебаный уебался. Ну ничего. Вау! Немножко. Ух ты, друзья, смотрите, на два колеса встал. Опасная хуйня. Так, да давайте, едем. Едем. Ну, тут какой трафик, смотрите, нервный. Видели, как он. Тихо. Блять! Я даже. Не, на самом деле, вот с этой хуйней прикольно тачку в дрифт закидывать. Я думаю, многие тоже это знают. Смотрите, догоняет, блядь, какой же ты, блядь, псих, и в чем он псих, в том, что он поставил, реально, понимаете, вот, он, вот, насадку представьте, да, на глушак, вот, он мог поставить по одной насадке с каждой стороны, ну, блядь, он сделал, я не знаю, каким, он взял одну насадку, склеил ее с другой, вот так вот, вертикально, и поставил с одной стороны, и также с другой, блядь, это пиздец полный, вот, наверное, в этом, может, поэтому ему написали, что он псих-то, ну, я, как бы, тогда не против, тогда, возможно, так оно и есть. Тогда, возможно, так оно и есть. Мы-то парни на стоке гоняем практически, да? Никто не знает, что у нас под капотом, но главное, как бы, это, внешний вид-то стоковый, значит, что? Просто хорошо сохранился мотор. Вот и все. Ничего вообще, как бы, лишнего нет. Да, ТС, блядь. 400 метров разрыв. Действительно, псих так псих, просто даже по-другому не скажешь. Вот это он наваливает там на своем ведерке. Ну да, во внешний вид вложил бабок, я, как бы... По технической части нихуя не сделал. Ну нормально, чё. Блять, у нас даже Lexus в этот поворот еле вписывается. Я помню, как мы в него будем вписываться с вами потом на 300, по-моему. Но спокойно на машинах, на различных. Да, пока, конечно, такое себе. Душные гоночки 220 км в час. Можно прям, знаете, перекурить в окошко, блять, пепел поскидывать на такой скорости. Так. Я даже не знаю, кстати, сколько у нас максималка. Давайте попробуем проверить. Но это, судя по всему, у нас 5 передачей. Давай. 270, нихуя себе, 280 практически, между прочим. Давай, блядь, корыто ёбаное. Ну, сука! Мы не узнаем, короче. 280 она поедет, кстати. Это очень даже неплохо. Ну чё, Тес? Угу. Вторая гоночка. Без проблем. Ох, блядь, ебать. Как... Вот эти, знаете, вот эпилептические вот эти кадры, вот эти... Продрифтил, блядь, развернулся нахуй. И все такое. Череп у него нарисован, бля, так хочется просто его куда-нибудь скинуть, но, к сожалению, физика Most Wanted не позволяет тут особо шалить с таранами и прочей хуйней. Поэтому, вот, знаете, вот просто, давайте я сейчас сравняю с ним, посмотрите на его, блядь, насадки! Это пиздец! Я понимаю, что с таким размытием хуй чего видно будет, а есть фоторежим, кстати, забыл тут, по-моему? Ага, да, блядь. Переиграл в NFS Payback называется. Так. Блять, вот покажи насадочки, малый. Ну, короче, друзья, можно увидеть. Сделайте стоп-кадр, посмотрите, это вот просто вообще лютая хуйня. Вот у нас просто сток. Как бы просто дисочки, как бы просто тонировочка, просто красный цвет машины. Ну, может, нам такая досталась, а чё, почему нет? Ах, друзья, не знаю, покупать А4 сейчас. Она сейчас нам откроется после Теза, как раз, по-моему, насколько я помню. Ну, ТТ я точно не хочу брать, как-то, знаете. ТТ вот последнее, да, заебись. Но это вообще, это же, блядь, первое ТТ, это же вообще ужас какой-то. Это же просто ни в какие рамки не лезет. Так, ну-ка, друзья, мы вообще узнаем максималку нашего Лексуса, а? Вообще, как бы, можно, вот можно разогнаться, пожалуйста? Я просто большего не прошу, просто хочу узнать максималочку. Блядь, копим закись, короче. Ну-ка, давай, блядь, давай, ну здесь мы не разгонимся, нихуя. 280 она пойдет точно.
Блять, опять не хватит сейчас отрезка нам с вами. Ну все, пиздец, уже тормозить надо. А я здесь поеду, мне похуй. Я на механике, блять. Заебись. Заебись. Блять, и вот, ну что это? Вот что это за соперник такой? Где хардкор? А нормально? Почему? Понимаете, да, я летел ему в жопу, он мне начал сигналить. То есть не наоборот. Это первое. Во-вторых, почему он срезал тоже через парковку? Он вообще нормальный человек? Блин, не знаю, что с этим замедлением делать. Бля, опять дождь пошел. Сука, только что солнце ебашило. Опять уже все стемнело, все, гроза, гром. Птицы улетают уже на юг. Смотри, сейчас снег пойдет, мне кажется, пока мы до финиша доедем. Ну ладно. Так, окей. Это было вообще как бы, ну, вообще ни о чем. Я не знаю, надеюсь, что как бы, что по уровню сложности вообще. Изи. Пэнти, бля, пэнти, блядь. Пэхетти. 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 Сука, что это вообще значит? Выберите. Так, Тесс, давай мне, короче. Значит, мне нужно, значит, уникальный тюнинг. Ага, блядь. Да, в смысле? Чё? А чё? Алло. А, у меня, что с мышкой-то? А, всё. Так. Слушайте, я не знаю на самом деле. Я предлагаю рандом взять, потому что мне как бы нужны бабки на самом деле. И мне тюнинг-то особо не нужны, детальки. Хотя... О, бля, хорошо. И первый. Блять. Ну такое. А его продать можно? Ой, блять. Номер 13, что это за, блять? Постригись, ебать. Это как мне надо побрить бороду? Это... Витька, ты что ли, блять? Витёк! Ебать, не узнал, извини, носу пригоняй. Смотри, длительность погони. Конёк у него, длительность погони, ебать. Может долго не вытаскивать, да? Этот чувак сидит на 13-м месте уже целую... О, бля, ну, бля, пиздец, ёпта. Шевелюру, видели вообще его? Подняться выше ему слабо, а скинуть его вниз никто не может. Он не так уж прост, да и за руль держаться умеет. Потянешь палец, откусит всю руку. Ебать, ты чё, хищник? Это вообще маньяк какой-то, блядь. Эй, крутой. Чё? Погляди. Что такое? Видишь, мобилу купила? С ней ты можешь залезть в полицейскую базу данных. Ёбаный рот. Посмотрим, что у них есть на тебе. Это Nokia N95, чем толще, что ли? Твое дело, тем дороже им обходится твоя голова. Ну-ка, блять. А почему столько на казата Кира? Скандальная известность? То, чего мы хотим. Нифига, что это ты добыла? Это не для тебя. Не для тебя, пес ебаный. Ушел отсюда, нахуй. Спасибо. Бля, пошел нахуй! Ты воняешь, блять! Но чтобы остаться в списке молодной наглости... А если совсем обнаглеешь, сука, с тобой могут случиться неприятности, правда? Какие, блядь? Давай я тоже так близко буду вот так. Чё такое? Мия. Бля, может вы выйдете нахуй из моей машины и там попиздите? Я знаю. Не могла ж ты в него втрескаться. Блядь, господи. Наверное, ты хочешь что-то с этого получить. Блядь! Наверное? Вот правильно, нахуй ему прищеми яйца, блядь. Скоро вы будете квиты. Я пошла. Позвоню тебе потом. Дверь не хлопай, блядь. Лексус хули. Японское качество, между прочим. Так. Тест без тебя явно не доцени, дай бог ты с ним даже... Все, блядь, я прочитал. Хватит пиздеть. Блядь. Так, гром опять, да? Значит, что хочет этот... Ой, блядь, пиздец. 100 тысяч рейтинга. Тебе не жирно, мальчик, блядь? 100 тысяч рейтинга. Ты того стоишь сам-то? Выигранный пари. Слушайте, ну уже покрупнее идет. Так, хорошо. Ну что, в автосалон? Давайте посмотрим, что-то я не знаю, не... Ну, Lexus реально такой стартер-пак у нас был. Давайте вот будем считать так, потому что, ну, реально. Не хочу я зависать на одной тачке. Вроде мы бабок подняли. А, блядь, ой, сука, надо было посмотреть эту машину-то можно. Блядь. Сука. Блядь. Блядь. Я дебил, прошу прощения. Да. Не сразу нарыл. Так, выбор автомобиля, ну-ка. Сейчас бы два Лексуса было. А, у него он еще и душни... Вот это хорошо! Это хорошо! Я думаю, что нахуй вообще трофеи нам эти ебанистические не нужны. Поэтому спасибо, конечно, за столь интересное предложение сохранить сие... Ой. Сие интересный автомобиль. Но я, пожалуй, откажусь. Так, знаете, интеллигентно. Слушайте, а бабок-то у нас сейчас должно быть много. Мы подняли за этого босса Теза, да, если его можно так назвать. За, значит, денежный приз получили. И плюс еще, как бы, это 13 500 сейчас машина стоила. Поэтому у нас сейчас должно быть хорошо денежек. Давайте доедем в автосалон. Я думаю, что сейчас мы что-то купим, пацаны. Новый уровень, надо переходить на новый уровень.
Ну, что-то не знаю. А четвертый, мне кажется, будет вообще никак не рулиться. Не будет. Потому что, ну реально, мне кажется, на ней сложно будет. Ну, посмотрим сейчас, давайте посмотрим, что-то продается. Так, слушайте, 40... А, нихуя себе тут машина-то стоит. Я такой раз... Ёбаный рот. Ничего себе. Тут цены, блядь. Так, значит, смотрите, Вика мы по этого Витю, блядь, Вика. Вика или Витя, кто он, я так и не понял. Ну, Супра ничего, кстати. Ну, не хочется, на самом деле, покупать. Вот Клио можно, потому что, знаете почему? Потому что Клио В6, на самом деле, автомобиль очень прикольный. Сам по себе очень редчайший, в жизни никогда не видел его. И прикол в том, что, ну, естественно, ни в какой игре больше на Клио нельзя погонять. Толком. Ну, вот я бы Клио взял. По приколу, но с другой стороны, хрен знает. Что-то хочется так поприкалываться на Audi A4. Слушайте, ну мы можем взять Audi. Потом же ее продать можно, если что. Так, подождите, а после Clio RX8, CTS, Mustang. Ну такое тоже говнецо, блядь. Mustang вроде типа самый нормальный. А не, ну RX8, ну я не хочу, вот из этого я вообще ничего не хочу брать. CTS можно было по приколу, как типа седан обычный такой, сделать его под ФБР, знаете, черный, черный тонер такой. Бля, Вася, бля, вообще будет бомба нахуй. Стробоскопы синий-красный, бля, вообще, бля, все мусора будут расступаться, я тебе, бля, буду, отвечаю нахуй. Но на самом деле нет. Слушайте, ну хотел я четвертую взять, ну возьму я ее, сесть за руль даст. Какая разница, я могу и сам тест-драйв небольшой провести. Могу прокатиться, давайте им на стоке. Походу АС-300 будем продавать. А смысл вот две машины, да, копить тоже? Я думаю, что нет смысла. Так. О, звук прикольный. Атмосферный мотор, друзья. Давайте немножко расскажу про эту тачку. Нихуя не знаю, на самом деле. Да нет, ну как бы... Представление имею, а четвертое уже, конечно, это поколение хрен даже встретишь на улице города. Мотор 3.2 атмосферный, который ставился в свое время и на А5-ю. И вот, блядь, намного на какие на Audi ставился. Это вот этот атмосферный мотор 3.2. Жрет, ломается иногда. Довольно частенько, к 150 тысячам километров. Потенциала для тюнинга нет, толком не едет. Жрет реально много. Но это атмосферник, честный. Ну, как бы мы играем, друзья, все-таки в NFS. Поэтому, как бы, тут нам вообще должно быть пофиг вообще. Так, значит... Блять, надо было сначала на самом деле в гараж давать, потому что я хочу Lexus продать. Сколько нам за него дадут-то хотя бы? Трейдин надо было хотя бы, знаете, организовать. Но это не андеграунд, поэтому... Так. Фух, жалко, конечно, но... Подождите, а рейтинг что, собьется, что ли? Стоп. Подождите, блять. У каждой тачки свой рейтинг? Вот этого я не помню просто. Подождите, стоп. Я сейчас чуть... Подождите, сколько выдают за эту тачку? 13500, да? Блять, подождите, то есть сейчас, если я зайду в... Да нет, ну как... Да ёбаный рот, не хочу я сюда, в город я хотел выйти. Или это в смысле просто... Почему на... показано? Да нет, я не думаю. Вот рейтинг-то наш, блять, а не машины. Блять, я же не сделаю ошибку, если продам его. Я просто честно не помню, не буду выёбываться, что помнил даже. Я не помню, честно, вот про эту хуйню. Ну это бред же был бы, наверное, если бы, типа, к тачке был привязан рейтинг. Что за... Типа, сколько мы, наверное, заработали просто конкретно на этой машине. Ну и похуй на нее, блядь, все, ведришка, чё, блядь, все. Lexus в истории остается, друзья. Мы должны двигаться дальше. Поэтому сейчас мы выезжаем в город, надо придать стиль небольшой А4 и поедем на ней кататься. Пока, ну блин, ну что, прикольно. Тоже на А4, знаете ли, этого поколения, тем более... Где мы сейчас покатаемся, в какой игре? Тоже надо пользоваться случаем, и в принципе прикольно. Тем более я фанат всяких там, это, вагов, вы знаете. Поэтому для меня, как бы, на Audi покататься лишний раз. Хотя, конечно, к этой машине вообще душа у меня особо-то и не лежит. Так, ну, будет логично сначала вложиться в внутрянку. Значит, у нас доступен спорт-пакет. Спорт-пакет, блядь, двигателя. Покупаем. Трансмиссия. Что у нас тут по трансмиссии? Тоже только спорт. Блин, смотрите, скорость очень даже неплохая у нее, между прочим. Не знаю, как по управляемости сейчас будет на скорости. Подвеска. Угу. Блин, а почему? Так, ну... Да, в принципе, неплохо. Блин, а где скидки-то обещанные? Я не понимаю. Вообще, что за... Что нас... Почему нас так обманули? Жестко вообще. Чувак говорит, приезжай там, скидольчики, блядь, все дела, нахуй. Ёпта. Я, конечно, ничего не хочу говорить, но небольшая ли полоска... Блять, бабок не хватает уже на шины.
Тормоза и тур... А, то есть на... друзья, мы сейчас будем вкалывать, чтобы протюнить А4. Между прочим, она будет охуеть, как ехать, между прочим. Так, значит, нам не хватает на шины, да? Наверное, их уберем, потому что остальное тоже все очень важно. Шины удалить, все, приобрести, да. Так, друзья, вот начинается самое интересное, потому что мы сейчас должны вкалывать для того, чтобы зарабатывать на тюнинг. Хочется все-таки и внешний вид. Мы даже, по-моему, перекрасить еще с толком нам денег, да, нету? 900, ебать. А сколько перекраска стоит? А, нет. Ну-ка, подождите, краска нам не открылась никакая. Мета. А, ну, металлик открыт, но он стоит 1000, поэтому как бы... Ай, блядь. Не знаю, есть ли смысл тратить сейчас какие-то 500. Можно сделать желтые, это будет тогда 4-е, типа. Не, ну мы потом придумаем, какой цвет, но я не хочу глянец. Ну-ка, подождите. Хотя, блядь, если белый. На самом деле, можно сделать вот такого вот серебристого, типа городской, знаете, вообще такой, беспалевный. Ну, посмотрим, все равно денег сейчас нету особо фантазировать, поэтому, друзья, четвертый. Знаете, последние бабки реально просто, вот просто последние бабки отдал. Так, между прочим, квадро, друзья, это вам уже, это уже полный привод пошел, так что по управляемости должно быть на самом деле все неплохо. Ну чё, начнем с пари. Давайте, я люблю начинать с пари. Начнем, значит, нам нужно столкнись с 4 разными полицейскими машинами. Зачем это зависит от погони? Окей, увеличь свой рейтинг на 5000. Зачем это зависит от погони? Окей. Менее чем за 4 минуты. Блять, ну это не будет нереально. Давайте сначала выполним вот это. Устроим длинную погоню, а потом устроим короткую погоню, чтобы чисто набить, ну типа вот это пройти. Так, ну здорово, пацаны. Мы, я тут Audi прикупил. Или хочу, чтобы сразу все ребята, мусорята в городе знали... 10-7 у него, блядь. А у меня, нахуй, 3-2. У кого мотор лучше? Не знаю. Вот я сразу его как уебу. И все, что делать будет? А, его не коснулось, это проблема, да? Да, присли... Блин, или сразу оторват? Блин, слушайте, Audi хорошо едет, между прочим. Прям чувствуется. Ого! Блин, вот это рулежечка, кстати! Очень даже неплохо, ребят, рулится, вообще. То есть, вроде седан обычный, но... Так, давайте попробуем, наверное, скрыться. Сейчас вот здесь вот похалдим немножко. Копы сюда не поедут, по-моему, насколько я помню. Все, нас сейчас будет удрать менее чем за 4 минуты, да, насколько я помню. Мы это прошли. Так, эй, парень, ты вышел на нужного человека. Следующий в черном списке заводила. Так, побьешь его и катайся там как король. Интересно, что он... Все, окей, я понял. Так, значит, правильно я понимаю, что пари я выиграл одно? Да. Теперь, друзья, нам нужна жесткая погоня. Значит, 4 тачки полицейских и рейтинг набить. Так что давайте, друзья, как-то надо его разозлить. Блин, Audi вообще хороша, кстати говоря. Я думал, что она будет, на самом деле, честно вам скажу, говном. То есть я думал, я ее куплю тупо из-за того, что я хочу на Audi покататься. На этой. А на самом деле она пока мне очень нравится. Она рулится лучше, чем Lexus. Полный привод, смотрите, как руливаются повороты. Смотрите. Вообще нормуль. Даже, знаете, не хватает скорости. Вроде как бы нужно быстрее даже ехать в поворотах. И ускоряется заметно быстрее. Мне... Да, блядь, заебали, вы можете догнать, блядь, выебите меня. Я хочу наручники, чтобы меня надели и плеткой отхлестали, блядь, дубинкой. Сука, вызови это подкрепление, дурачок, блядь. Что с тобой сделать-то нужно, чтобы ты... Вызывай братву, блядь. Серьезных нарушений нет. На, нахуй, буду всех тут... О, здорово, пацаны, здорово. Мне нужно... Так, нужно еще... Опа, блядь. Еще две тачки нужно тарануть. Давайте, давайте, пацаны, погнали, погнали кататься, погнали, блядь, это же так весело, бля, ебать. Но, на самом деле, потом будет не до смеха, когда будут, будет уже банда этого кросса. Ну, когда будут у нас корветы за нами, грубо говоря, гоняться. Вот это будет уже не смешно. О, полицейский участок. Можно небольшой ущерб тут нанести, да? Опачки, блядь. Сорян. Кажется, вышка наебнулась. Найдите, найдите. Какой ты продолжаешь путь, тачку уже... Найдите меня, пожалуйста, копы, блядь! Где вы? О, здорово, здорово, да вот я, вот я, вот я. То самое ощущение, когда... На, нахуй, блядь! Бля, аудюха вообще нормальная тема, ребят. Слушайте, не ожидал, честно. Я честно вам говорю, что я не знаю, может быть, конечно, это вряд ли, что это имбовая какая-то машина в этой игре, но... Я, честно, даже если это так, не знаю этого, потому что... Так, все. Теперь нам нужно рейтинг набить. А чтобы набить рейтинг, нам нужно пидорасить все на свете, да? Что нам попадается по пути. Так, опа. Ущерб государству набиваем, бля. О-хо-хо-хо-хо, сочненько. Так, трафик, прости меня. Покидание места ДТП. 1850.
Подождите, или рейтинг растет от времени? Я что-то вот не помню этот момент. Ну-ка. Чисто от времени или от типа... Да, походу, смотрите, по соточке добавляется. Да вообще без проблем, сейчас рейтинг набьем, ебая, рейтинги делаем, нахуй, пацаны. Так, ладно. Давайте, пацаны, давайте, погнали. Блин, еще знаете, что надо помнить? Что если меня поймают, там же типа три раза меня ловят, и тачки пизда, или как там, или за нее платить что-то надо, я вот не помню точно эту систему уже. На нахуй! Отлично. Так, ну за истребление тачки, понятное дело, рейтинг нам дается. Плюс за время. На нахуй, надо в бочину бить. О, блин, смотрите! Ебать! Она... Ее даже если заносит, она выруливает, вытаскивает, смотрите. Вот это кватер, блядь, здесь нормально реализован. Мне нравится. Сейчас бы трафик таранить. Так, еще 2000 рейтинга, друзья. Ну чё, этот... Чё перед вами? Перед нами фура, блядь, едет. Больше ничего не вижу, честно говоря. Понятненько все. Так, мне нужно еще 1000... Сколько там? 500, грубо говоря. Где? Мусора! Блядь, найдите меня, пожалуйста, не надо. Я не хочу охлаждать трахание. Найдите меня! Копы, я тут! Заберите меня! Ломай меня! Сука, да я тут, блядь! Ну нет! Ну нет, блядь! Ну ёбаный рот! Ну я не... Сука! Гандоны, блядь! Да какой Робин Гуд, блядь? Кто ты вообще? Защищая всех обиженных, естественно, не задаром. Если ты серьезно метишь в черный список, я готова предоставлять тебе надежные укрытия. Взамен я буду стоять на твою машину, а ты не будешь этим интересоваться. Ага. Ну и, блядь, давай, предоставляй дальше. Мне как-то особо похуй. Так, значит, выигранные пари. Кстати, на самом деле нам не обязательно выполнять эту длинную погоню. Мы можем с вами на радары попроскакивать. И этого будет вполне достаточно. А потом, если не будет хватать уже рейтинга, мы непосредственно ту погоню сделаем. Давайте так и поступим. Потому что пари главное выиграть и рейтинг набить. Так, блядь. Блин, Audi вообще, ребят, не ожидал. Честно вам говорю. То есть не пытаюсь вот ее выиграть. Она просто лучше Lexus. Просто по всем параметрам, пацаны. Реально. Так, 197 или 196. Отлично. 5000 рейтинга. Блядь, ты заебала звонить. Ты можешь вообще каждую минуту еще разрываешь на его номер-то, блядь. Я не понимаю. Блять, да ну нахуй, серьезно? Я уже, блядь, вообще-то почти 13-й в списке черном, ебать. Почти 12-й уже. Почти, блядь, 10-й, 1-й уже. Охуеть, ты подсказку дала мне, конечно. Вовремя. Вообще, могла бы об этом сказать сразу в начале игры. Серьезно, что ли? Укрытие есть. Ничего себе, блядь. А я-то, блядь, я-то думал, надо прям встать на дороге и стоять ждать, наверное. Ох уж эти, блядь, бабы, ебать. Пиздец, ребят. Я в шоке просто. Чё там, сколько надо разогнаться-то? Я успеваю разогнаться. Вообще изи. 175, это вообще 176. Детская скорость. Рейтинг набили. Отлично. Так, хорошо. Хорошо. Смотрим. Пари готово. Так, рейтинг 100 тысяч. Мы потом разберемся с ним. Давайте попробуем погоняться уже, да? Пора, наверное. Так, вот эти я обожал. Во. Хорошо. Истребитель. Отлично. Отлично. Короче, тут фишка в том, что нужно проскакивать на радары и типа проскакиваешь во время. Ну, то есть. Ебать, смотрите, бёрнаут четырьмя колесами. Кстати, у меня-то точно такой же, как и у Эвика должен быть. Ебать, это сильно было. Так, короче, суть в том, что. Если кто не помнит или не знает, мы должны проскакивать несколько радаров в течение гонки на большой скорости. И эта скорость суммируется. И выигрывает тот, кто, собственно. То есть мы можем ехать последними. Но у нас может быть. Вот тут главное ускориться. Так, 252, слушайте, ну пока. Хотя, знаете, вот сейчас что-то как-то... Блин, как она рулится! Бля, зря я тут поехал. Вы посмотрите, я даже не уебался никуда. Это вообще как, законно, нет? Чё происходит, пацаны? Так, стоп, мне это вообще не нравится сейчас. Почему я, ебать, последний? Так, друзья, я хотел хардкора, и, по-моему, я его получаю, да? Угу. Сука. Так, ну это еще не конец, друзья. У нас еще есть один... Я не знаю, как мне сейчас проехать настолько быстрее, чем они. Но они так-то хорошо прошли. А чё произошло-то вообще? То есть у меня что, максималочки не хватает, что ли? Так. 230, ага. Ну-ка. Так. Есть шанс откомбэчить, друзья. Смотрите, вот на самом деле вот тоже режим такой пиздатый. Блять! Тихо, не вписался, еще не придрочился особо к тачке. Давай, Азот, копись, ебучий Азот, да копись ты быстрее. Мне сейчас нужно будет ускориться резко.
мусорные мешки в меня кидать. Так, ускоряемся. Блять, сейчас, по-моему, я... А, нет, смотрите, 1 км/ч разница! Чё, ту, сука, с... Какой у него ник на первом месте? Вы видели это вообще? Какой-то ту, сука, с, блядь... О, супру развернуло, заебись. Так, ускоряемся. Пожалуйста, сейчас нужно... Пожалуйста. Да ну нахуй! Да вы серьезно? Один... У меня... Чего? Чего, блядь? Вы посмотрите на таблицу! Чё? Это как? Вы видели вообще эту таблицу? 1079, 1080, 1081, 1082. Что? Это как? Ёбаный насос. 1 км/ч ник. Ладно. Хотите по-крупному играть, да? То есть у меня уже вот я хотел хардкор, да? Я так понимаю, я его, бля, как же Audi ебашит. Хоть и атмосферник, хоть и с виду сток, но порох в жопе есть, как говорится. Поэтому надо... Фух. Так, значит, азот оставляем прям до... Первые камеры. Мы первую камеру очень хреново прошли, судя по всему. Так. А, угу. 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 Бля, ну такое. А, нет. О, нет, вот сейчас хорошо. Ну-ка, подождите. Может быть, конечно, я туплю, и так и должно, в принципе, было бы быть. Что, типа, у нас такая... Ну, это невероятное что-то, блядь. Такого же не бывает. Это столько мы прошли радаров, и у нас разница по 1 км/ч. Чисто ровненько, знаете? Вот, ну это нереально. Давайте вот сейчас мы посмотрим. Там какой-то тусукас вот этот меня бесит. Тускарс, блядь. Тускерс, блядь. На своем пантиаке. Ты что ли, блядь, на пантиаке? Или кто там на пантиаке? В смысле, кто там с курс этот? Сукарс. Скарс. А, тускарс, блядь. Ну, говно, короче, полное. Блядь, да не таранься ты, мне не так хреново, блядь. На тюнинг бабок нет, понимаете? Простой пацан аудюху купил. Так. Ну, блядь, я второй. Сука! Блядь, надо было время замедлить. Сучонок я ебаный. Вы чё такие быстрые, пацаны? Я не понимаю. Чё не так-то, ебать? Я же ауди купил. Я же вроде протюнил ее. Блин, ну рулится она, конечно, просто космически. Блядь, мне не нравится эта хуйня. Блять, одинаковая скорость. Сучка! Что-то просто невероятное происходит, ребята. Бля, почему здесь всех разворачивают, я не понимаю. Вот сейчас все решится. Давай! Ну, пожалуйста. Вы понимаете, да? То есть это не заскриптованная хуйня была. Это просто, блядь, должно войти в историю. Я не знаю, бывает ли такое, ребят. Просто с прошлой гонки то, что было, вот это нереальное, блядь, было что-то. Фух, ребят, гоночки-то потные. Так, если слушать, что я тебе скажу, любой гонщик знает, для чего нужна дорожная полиция. Ну, правильно, чтобы водить ее за нос, блядь. И тех, кому это удается, в нашем кругу особенно ценят. Так что, если хочешь создать себе имя, поиграй с копами в кошки, мышки и мазафака, побей рекорды других гонщиков, и уважение тебе гарантировано. Без проблем, братан, только помолчи, пожалуйста. Так, ага, слушайте, надо ехать тюниться, я не знаю, как бы, я думаю, что надо в гараж. И там мы сейчас из гор... Ох, вот это да. А, 3400 наличности, мне кажется. Да, куда... Да, давайте из игры еще выйдем сразу, может быть, ага. Фух, ребята. Ну, как бы, я не подстрекатель и не подбриватель, как говорится, но я бы тачку подбрил немножко, точнее, протюнил. Не думал, что начнется так рано. Пот. Так, ну здравствуйте. Может быть, скидочка? Кто-то мне скидку все обещал. Может этот человек вернуться и организовать мне наконец блядскую эту скидку? Я заебался уже тратить деньги полноценно на тюнинг. Так, шины покупаем. Хоть у нас управляемость заебись, но она еще добавляет там. Так, и турбонаду сколько стоит? Понятненько, блядь. Да. Так, ладно, тормоза. Блядь. Нет, тормоза я не буду, сначала турбонаддув купим. Вот это, блядь, мы экономим, пацаны. Мне вообще просто, понимаете, даже не хочется тратить 500 рублей на покраску. Пускай вот просто сток остается. Ну а что делать-то? Нам нужны бабки, у нас их нету. Мы вон еле гонки выигрываем. Так, давайте дальше, короче, идти. Можно... Давайте на выбывание попробуем. Да, для разнообразия. Думаю, заебись. Так. На выбывание. Ну-ка, что тут муста... О, целка! Ёпта, тут же этот мерс есть. Вот это нормально, кстати, тема. Я бы его потом взял. Тут вообще много, на самом деле, интересных машин, которых, как бы, вот, и не встретишь больше ни в какой НФС, тем более, которые есть только здесь.
Так, меня опять, я так понимаю, унижают, да? Но у меня шины куплены, так что все под контролем, блядь. Управляемость должна быть еще лучше, кстати. Да, это чувствуется, кстати. Это весьма ощущается, я вам скажу. Не, Audi хороша все равно. Хоть, знаете, я сейчас с потом еле-еле... Бля, вот это... Как она еще, блядь, дрифтит, нахуй. Вот это просто... Тихо-тихо-тихо, Мерседес со спойлером. Блядь, желтый ЦЛК со спойлером. Просто, это вообще пиздец. Это просто пиздец, на самом деле. Так, ладно. Заезд на выбывание. Это... Какие у них ники? Лил Тимми какие-то, блядь, шо? Рос, Лепус, Очкопус, блядь. Идеально. Так, главное просто не пускать тачку за нос, иначе вся суть теряется. Все, заебись. Блин, вот реально, почему нельзя было никак в начале игры объяснить эту тему, что, блядь, у нас такая, типа, хрень, что мы... Можем время замедлять, как бы. Как это вообще? Блин, ребята, я надеюсь, я никого не расстроил покупкой Audi. Напишите вам, как она вообще. Ну, интересно, интересно просто, реально. Ой-ой-ой, это что, это Лавочкин? А, нет, я думал, это сэр Лавочкин на ЦЛК желтом. Еще знаете, в чем Most Wanted, кстати, интересен? То, что здесь, вот в андеграунде первом, как у нас? Все равно все соперники, в принципе, нам знакомы. То есть существует какое-то количество автомобилей, которые с нами гоняются. Здесь просто всех не выучишь, либо они все разные, реально, кроме боссов. Вот это тоже прикольная тема. Так, Лансер на хвосте сидит, ну хули, мы-то на Ауди. Блять, вот это я хуёво сейчас войду. Хотя нам сразу опять налево. Тут даже можно не замедлять. Не, рулится она все равно прекрасно. Ну, по крайней мере, по сравнению с Лексусом. Не знаю, может быть, та же ТТ там еще лучше рулится, но я не хочу ТТ брать. Так, против Эволюшена остались. Ну чё, Развалюшен? Давай посмотрим. Кто развалится впервые, как говорится. Так, ну-ка. Давай, 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 давай. Тихо, 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 хорошенько, тихо. Я тут лучше, пожалуй, вот так сделаю. Что, вписаться и то не вписываюсь, блять. Я не хочу проигрывать, алло! Я не готов чисто психологически к проигрышу, ебать. Что происходит? Почему я даже в андеграунде первым так не проигрывал часто, алло? Нет! Остановись, сука голубая! Въебись куда-нибудь! Урод, блядь! Я в суд на тебя подам! Стой, блядь! Я чё, тут просто так дрочил сейчас все это время? Бля, на всякий случай, знаете, буду... НАХУЙ ИДИ! Сука, давайте проследим до дома за ним просто. Хорошо, блядь, хорошо нахуй. Я нет, давайте для разнообразия последнюю гонку в этой серии. Во, я, пожалуй, сейчас аккуратненько покажу, как надо гонять на время. Вот просто никому не мешая, сам по себе гоночный воин сейчас буду. Смотрите, да, вот это нормально. Оплатил проезд и поехал, блядь. Отличный старт. Аудюха, давай ебашь. Я понимаю, что у тебя есть мощность, у тебя есть все, но как бы пока денег нет на тюнинг. Надо выдавливать все из этого атмосферного мотора. Видите, сейчас турбонаддув поставим, может быть, полегче уже будет. Точнее, не может быть, а должно быть полегче. Фух, по идее, сейчас нам должно хватить на турбонаддув после того, как мы выиграем эту гонку или нет. Не знаю. Так, опа. Эпоха, блядь, не будем замедляться. Я думаю, что, блин, заезд на время-то мы всяко должны успеть выиграть. Не, вот Most Wanted, мне кажется, в плане, кстати, того, как быстро происходит, да, он как бы длиннее должен быть, чем Underground, но... Типа, в андеграунде, чтобы там разгоняться те же 300 каких-нибудь километров в час, нужно, ну, как бы вы помните, да, серьезно пройти игру. Здесь немножко другие ограничения скоростные, поэтому... Здесь нам нужно прям-таки это... Не так уж и много времени, чтобы... чтобы машина уже 300 ехала. Вот я не понимаю, кстати, по... По максимальной скорости, типа, было, помните, у нас у Lexus 280 изи, а здесь полоска была больше, по-моему, чем у Lexus, а может быть и нет, кстати. В любом случае, сейчас должно быть хорошо все. Ну, нет, по управляемости это 100%. Вот Lexus, он не мог так вписываться. Повороты на скоростях, как бы, реально, здесь приятнее это все происходит. Так, небольшой срез. Выезжаем сюда. Ага, вот туда сейчас направо уехать и все, в лес кататься. Так, ну вроде успеваем, надеюсь. За такой, знаете, челлендж через весь город надо проебашить. Ну, так пока я не думаю, что что-то проблемы какие-то. Вроде идем хорошо.
Так, сейчас тогда вот эту гонку проедем, турбонаддув покупаем, и уже серия подойдет к концу. Так, блядь. Я сейчас, знаете, у меня в голове все это просто кадр, как меня этот голубой лансерок, блядь, обгоняет. Сука, вот я бы обманул-то на него. Так, ну-ка. Угу. Не, ну я думаю, что да, изи. Непонятно, почему соперники нас обгоняют, как вы видите, по времени мы укладываемся вполне себе. Кстати, реально, по скорости, наверное, все-таки Audi-то не топ. Я что-то не могу прошарить. Разгон, у меня такое ощущение, что лучше. Может быть, за счет полного привода. Но максималка, как бы, мы бы сейчас на Lexus уже по 280 шли. Смотрите-ка. Блин, в натуре реально интересно. Тут прям 250 с хуем, это уже прям вообще прям предел практически. Ну, а, ну у нас есть шестая. У нас есть шестая, но до нее дело редко доходит, как мы видим, да? 260, это прям вообще что-то, ну, как-то неохотно она едет. Но смотрите, вот 30 секунд у нас в запасе еще осталось. 2500 мы получаем. Так. О, господи. Заткнись и слушай сюда. Решил, что ты крутой? Да мне начихать на это. Я таких крутых в гробу видал. Это мой район, понял? Если не будешь вы... Понятненько все. Вопросов нет никаких. Так. Тогда, что у нас по деньгам? Давайте, подождите. Давайте в гараж. Сколько стоила турбина, я не помню. 4500, а, по-моему, 3 с чем-то, да, стоило? Да ебать, заебло сюда выходить. Так, нам нужно доехать тогда до мастерской, чтобы... Ребят, напишите мне, я, скорее всего, туплю, я знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, где со скидкой покупать тюнинг. Я уже столько денег, наверное, лишних въебал. Этот же дурак неспроста нам сказал. Я помню, что там есть вот какие-то, блядь, эти... Какие-то скидки были всегда. Так, турбонаддув. А, 5400 он стоит, я понял. Блядь. Ну тогда, друзья, в следующей серии нам надо будет проехать, скорее всего, гоночку на время какую-нибудь. Пройдем. После этого ставим турбонаддув. Едем... Вот эту, наверное, пройдем. Да. После этого ставим турбонаддув и уже там посмотрим, что пройти надо. И, в принципе, я думаю, что сейчас с легкостью погоняемся с Викой, с этой, с Витьком. И перейдем уже к 12-му чуваку в черном списке. Так что, друзья, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ставьте лайк, если да, подписывайтесь на канал, если впервые, комментируйте. До новых встреч, увидимся совсем скоро. Всем удачи и всем пока-пока.